Я на такое подсела, жизнь не поверьте мне, что. Че опять? Будет надо мной смеяться, если я скажу. Мы будем смеяться с тобой любом случае, поэтому говори. Я, короче, смотрю одно аниме. Ты аниме смотришь? Да. Как роль ей. Джанго, ты слышал, блин? Ну, одно единственное, которое мне заехало. Подписывайся обратно, Джанго. Называется «Атака титанов». А, ну его многие писали, типа там, посмотри, там, посмотри. Не, реально интересно. То есть вот самый минус аниме, за что я ненавижу аниме, они очень много трендят. Тихо, прыгает. Прыгает, да. Ну где-то он только что прыгал. Либо он спрыгнул с окна, либо запрыгнул там куда-то на туалет или типа того. Металл справа. Гаражи. Они на нем прыгают? Они. Один хп у него. Добивайте, он красный. Фул красный тип. За помойками. Прямо напротив входа. А я ему дал. Не убил. Я не убейте, захожу с аренды. Прям в спину бомжу. Все, хорошо, убили. Хорошо, хорошо. Еще внутри, значит. Это они могли спрыгнуть и пойти вдоль забора. Надо. Они, короче, через медичку просто стартанули. На малую зайду. На ГСке вроде нет никого. Надо общаги идти. С теплаком, ё-моё. В принципе, да, погода-то согласен с тобой. Ты что, блядь? Откуда ты взялся здесь? Приехали, там ЖД. На поезде, блин. Ну, хрена знает. На дрезине, знаешь, ты как когда это двухместный. Убил крысу. Да, я видел. Ну что-то он над кого-то сейвился, такое чувство, аккуратно. Там гранаты летят. Да, я про это и говорю. О, СВД, ушёная. Тепловизор, АКМ, ёб твою мать, рысь. А во временке сидит. Так, я пока ничего не лутаю, иду помогать. Ты уже поднялся туда? Убили меня. Короче, во временке на малой стройке за забором. Сейчас скажу, убил я или нет. Нет, не убил, типа, во временке. И где-то СПДшка, меня убили. Я понял. Тут их до хера. Твою мать, почему опять М-ка дергается так?
Так, этот покойничек должен быть. Ага, этот вроде справа стоял. Блять, это бот. Бот, ну иди нахрен, что ты тут встал? Так и думал. Ебаные мыши стоят в метре от бота, бот на них вообще не реагирует. Ну что за еб твою мать? Который уже, блядский раз это происходит в этом кусту. Вот это вот кто? Вот бот по мне стреляет через кусты, через забор. Но челы вот тут сидят уже неделю, вот в этих кустах, и по ним бот не стреляют, даже когда вот здесь стоят. Это нормально, по-вашему? Так и должно работать, да? Вот он вот там стоит и стреляет по мне через кусты, через сетку. Здорово, конечно. Че у вас, раскинуть, парни? Кто там был? Стронглав? Так, каску мэтовскую мы выкидываем по-любому. Так. На выходе. Четверо я там убил. И они там убили еще одного, получается. То есть их было пять, нас два. Семь человек тут схлестнулись, столкнулись. На подъемчике. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.